Привет всем любителям лазертага! Сегодня мы займемся распаковкой оборудования для прокатного клуба к новому сезону. Посмотри до конца и поймешь, насколько мощно мы готовы прокачать твой бизнес. С нашим оборудованием легко отбить вложенные деньги и увеличить прибыль. Сразу небольшая вводная. Вид оборудования электроники зависит от выбранного поколения, а выбор поколения от специфики клуба и его целевой аудитории. Сейчас будет распаковка для проката, именно поэтому мы берем 10-е поколение. Оно подойдет для игр на площадках с Wi-Fi и дополнительными экранами для онлайн-статистики. Преимущество десятки – отличное соотношение цена и качество. Готов? Поехали! Итак, начнем распаковку. У нас первая коробка AR15 Ranger. Давайте посмотрим, что там внутри. Итак, у нас здесь есть паспорта. Есть у нас две рукоятки, две повязки. Есть также еще целики и мушки. И, естественно, наша красавица – это рейнджер. Наша красавица – это рейнджер. Да. Рейнджер – наша красивая новинка, последнее поколение корпусов. Переключение режима огня, перезарядка на затвор. Инновационная оптика, эргономическая рукоятка и еще важное преимущество – резиновый тыльник приклада против соскальзывания. Все это полностью соответствует оригиналу, как в настоящем оружии. Мушка и целик в комплекте, спусковой крючок мягкий и бесконтактный, то есть практически вечный. Супер ударопрочный пластик. Использован полимерный состав, который применяется при создании реального боевого оружия. В общем, Рейнджер – самый новый, самый крутой, самый аутентичный макет на рынке лазертага в мире. Итак, с рейнджерами покончено, идем дальше. У нас есть 4 коробки АК-15 «Ратник». Давайте посмотрим, что находится в одной из них. Итак, у нас здесь тоже есть паспорт, есть повязка и, соответственно, есть сам АК-15 «Ратник». Фишка «Ратника» в том, что это модернизированный «Хищник». Да, «Хищник» – самый популярный флагман на рынке с 2014 года и закален в миллионах боев. Одним словом, надежный. Но в 2021 году компания «Лазервар» обновила эту легенду до модели АК-15 «Ратник». «Тайгер» стал еще более аутентичным, с бесконтактной перезарядкой на затвор, новым целиком и мушкой. Все как у настоящего автомата «Калашникова». Теперь можно менять режимы огня. Спусковой крючок бесконтактный, как в рейнджере. По габаритам корпуса обе модели АК-15 и АР-15 одинаковы. Давайте посмотрим, что у нас в остальных коробках. Итак, все, у нас все 4 коробки мы проверили, все укомплектовано, все отлично. «Ратник» и «Рейнджер» – это сценарий противостояния России против блока НАТО. Это оружие, которое вызывает восторг у клиентов и сразу настраивает на серьезное отношение к лазертагу. Внешний вид крайне важен. Человек с гордостью играет с крутыми лазертаг-пушками, не стесняясь своего возраста и статуса, превращается в ребенка. Аутентичность важна как для взрослых, так и для детей. Все кайфуют от игры с реальными прототипами, узнают модели из виртуального мира компьютерных стрелялок, соревнуются, у кого круче автомат и кто больше врагов настрелял. Главные фишки наших ружей – технология фидбэк, усиленная вибрация. При этом она не требует отдельного аккумулятора, более практична в прокате. Импульсная отдача тоже имеется и продается опцией в магазине «Лазервар», но ее эксплуатация доставит проблем. Она требует больше времени на зарядку и обслуживание. Мы считаем эту технологию непрактичной в клубе. Лучше доплатить деньги за доп-девайсы и ружья, либо потратить их на развитие. По ощущениям, виброотдача приятнее для игрока, чем импульсная, которая заглушает звуки и бьет рывками. Мощный вибромотор, который, кстати, используется в джойстиках от PlayStation, это очень качественная технология, которая не надоедает и не мешает в игре. Дарит классные эмоции игрокам и, соответственно, руководителям. Та-дам-там-там. Продолжим распаковывать коробки. На очереди у нас Феникс. Итак, MP9 LTE Феникс. В комплекте у нас идет два паспорта. Потому что у нас здесь две штуки. Знаете, что это такое еще? Здесь у нас прицельные приспособления. Две рукоятки. Также идет две повязки. И сами фениксы.
Лазерварис создает уникальные на рынке пистолеты-пулеметы и снайперские винтовки на базе своих корпусов. Соответственно, у нас выгодная цена, как у производителя. Мы не предлагаем в одной пушке совмещать много ролей. У нас другой подход. Оружие друг от друга должно отличаться, быть максимально реалистичным. Особенность Лазервар в том, что под каждый класс оружия создаются уникальные корпуса и модели с высокой степенью точности и невероятной эргономикой. Итак, у нас осталась одна снайперская винтовка «Призрак». Давайте посмотрим, что внутри. Внутри у нас есть два паспорта, у нас есть целики и мушки, у нас есть две повязки, есть замечательные сошки с моими любимыми кнопками, которые делают вот так вот. И, соответственно, есть два призрака. О них сейчас поговорим. У нас в комплекте две легких снайперки «Призрак». Они прошиты стрельбой одним патроном с долгой перезарядкой и небольшим количеством патронов в магазине. Все как в оригинальной боевой серии. Перезарядка на затвор. Это тот же «Рейнджер», только модернизированный. Укороченный магазин, наличие сошек и оптический прицел позволяют целиться на более дальние расстояния. То есть снайперы с ней действительно будут играть роль снайпера, а не штурмовика. Аутентичность, как вы поняли, для нас на первом месте. И при всей этой крутости цена средняя по рынку. Компания-производитель Лазервар зарабатывает на объемах реализации и держит планку «Народный выбор». В моделях Лазервар есть переключатели режима огня. Используется сверхточная оптика параллакс, чего нет ни у кого в мире, а также удобная для проката призма. Мы советуем призму, особенно если ваша аудитория дети, с нее проще целиться и попадать. Это гарантирует даже самым маленьким игрокам вау-эффект. Лазервар создает уникальные модели, что дает идеальное соотношение цена-качество. С помощью аутентичного оружия ты быстро отобьешь все вложенные в него деньги. Мы, как производитель, можем дать главное – эксклюзивность. Аналогов нашему оборудованию по аутентичности, по внешнему виду, по характеристикам, по функционалу и уникальным сценариям просто нет. Наши партнеры знают – есть Лазервар, есть все остальные. Мы – это концентрация для бизнеса. По каждому из устройств сделаны отдельные лендинги. Ныряй на сайт, там подробнее. Продолжим распаковку во второй части. Та-та-та-та!